Hare Krishna. Hare Krishna, Dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances for us to Srila Prabhupada. Please accept my humble obeisances, all glories to Prabhupada. Is this the class, just three of us? Yes, Guru Dev, I think they are coming. It is 3 minutes to class. I think they will come. So I will call devotees. I will message him through chat. Вы будете переводить, да? Хари Кришна Матаджи, кто смотрит кстати, переводить Парнапрабху будет Адридхарана Дас. Хари Кришна Матаджи, Васишачи, переводить будет Адридхарана Дас. А, окей, окей, я слышу. Махарадж уже здесь. Джай. Хари Кришна, Гуру Махарадж, please accept my obeisances, I'm here. Oh, okay. Jai Srila Prabhupada, we will begin. Yeah? We may begin. We can begin. Om Ajnana Timarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksur Unmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Panchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadha, Shiva Sadi Gaur Bhaktavinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 7, or Canto 2, Chapter 7, Text 21. Yes, ma'am. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dhanvantarishtya Bhagavan Swayam Eva Kirti Namna Rinam Pururajam Rucha Asuhanti Yagnecha Bhagavan Amrita Yor Ava Varudha Ayushya Vedam Anusyasti Avatirya Loke. Dhanvantarishtya Bhagavan Swayameva Kirtir Namna Rinam Pururujam Ruja Ashuhanti Yagnecha Bhagam Amritayor Ava Varuda Ayushya Vedam Anushasti Avatirya Loke. Dhanvantarishtya Bhagavan Swayameva Kirtir Namna Rinam Pururujam Ruja Ashuhanti Yagnecha Bhagam Amritayor Avavaruda Ayushya Vedam Anushasti Avatirya Loke. You can read the word meaning. Пословный перевод. Дханвантари – воплощение Бога по имени Дханвантари. Ча – и. Бхагаван – личность Бога. Своям Эва – сам. Кирти – воплощенная слава. Намна – именем. Нринам Пуру Руджам – больных живых существ. Руджа – болезни. Ашу – очень быстро. Ханти – излечивает. Яге – жертвоприношений. Ча – также. Бхагам – долю. Амрита – нектара. Аю – продолжительность жизни. Ава – от. Аварундхе – получает. Аюшья – продолжительность жизни. Ведам – знание. Анушасти – направляет. Аватирья – нисходя. Локе – во вселенную. Перевод. В образе Дханвантари Господь своей олицетворенной славой мгновенно исцеляет вечно больных живых существ. Благодаря Ему полубоги обрели долголетие. За это люди и полубоги вечно возносят хвалу личности Бога. Он также взыскал свою долю жертвоприношений и заложил во Вселенной основы медицинских знаний. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как сказано в начале Шримад-Бхагаватам, все исходит из единого источника личности Бога. Из этого стиха яствует, что медицинские знания тоже были даны людям Верховным Господом, пришедшим в образе Дханвантари, и потому эти знания записаны в Ведах. Веды – источник всех знаний, поэтому в них содержатся также медицинские знания, позволяющие излечивать любые болезни живого существа. Болезни заложены в самой природе тела, обусловленной душой. Материальное тело – это символ болезни. У разных людей болезни могут быть разными, но никто не способен полностью избежать болезней, равно как и рождение, старости и смерти. Однако по милости личности Бога человек может избавиться не только от болезней тела и ума, но и спасти душу, вырвавшись из заколдованного круга рождений и смертей. Одно из имен Господа – Баушадхи, что означает «тот, кто излечивает от болезни материального существования». Шилпрупада Кидяни. Омагьяна Тамарандасья Гьянанджана Шалакая Чаксуран Милитаньяна Тасмай Шри Гуру. Okay, so Sukadeva Goswami is this, actually not Sukadeva Goswami, Lord Brahma is describing about the incarnations of the Lord.
We're hearing about Dhanvantari, Lord Dhanvantari. Lord Dhanvantari is associated with medical science like Ayurveda. Вот Путь Брама описывает различные инкарнации Верховного Господа, и в этом стихе идет речь о Дханвантаре, воплощении Господа, от которого произошла Аюрведа. So Srila Prabhupada points out how in the Vedas there's also knowledge about medicine. Medical science is there in the Vedic literature. Now that is generally what we call the Ayurvedic system of medicine. Это знание, которое представил Господь Дханвантари, это Аюрведа или знание о медицине. And the Ayurvedic system treats the body as a bag with three elements, mucus, bile, and air. And all diseases are due to imbalance of these three things in the body. Это знание представляет собой знание о балансе трех составляющих тела. So the Vedic knowledge comes from the Supreme Lord. It's stated in the Srimad Bhagavatam how in the beginning of the creation the Lord imparted the Vedic knowledge into the heart of Brahma. Tenhi Brahma Ridayadi Kavi Muyanti Yatsurayaha. Это это знание, которое представил Верховный Господь. Second part sentence. I said the Vedic knowledge was imparted into the heart of Brahma, as stated in Srimad Bhagavatam. Tenhe Brahma Hridaya Adikavye Muyanti Yatsurayaha. It's in the very first verse of the Bhagavatam. Это ведическое знание, которое изошло от Верховного Господа, было вложено в сердце Господа Брамы. И об этом рассказывается в самом первом тексте Шримад Бхагаван. Тене Брама Хридая Адикавая. So the Vedas are the source of all knowledge. Veda, the word Veda itself means knowledge, and all different branches of knowledge are there within the Vedas. Military science, knowledge of astrology, and then also knowledge of yoga systems, and knowledge of logic, as well as medical science. Это знание представляет собой, помимо духовного, также различные аспекты знания, посвященные таким наукам, как астрология, военные науки и так далее. So, Prabhupada's point in the purport is very important. He says that the nature of the body is disease. All these different diseases, they're all there within our bodies. Самое главное, что Шрила Прабхупада говорит в комментарии, это то, что материальное тело – это символ болезней, болезни различные. So when we get sick, we shouldn't be surprised. We should understand this is the nature of the material body.
Поэтому, когда мы заболеваем, этому не стоит удивляться, поскольку это так или иначе природа материального тела. Prabhupada says, disease will be there, just as birth and death is there, just as birth and death is there, and old age is there, so also disease is there for every living entity. Шрила Прабхупада говорит, что так же, как невозможно избежать рождения, старости и смерти, они всегда находятся рядом, они неизбежны. Так же невозможно избежать болезни ни одному живому существу. Of course, there's a difference in the duration of time. Some living entities live very long life, hundreds and thousands of years even. Like a tree can live a very long time. And other living entities live very short lives. In a few hours, they will go through the whole life cycle. Единственное, что продолжительность жизни у разных живых существ не одинакова. Кто-то может жить очень долгую продолжительную жизнь, так, например, как деревья. А какие-то живые существа живут всего несколько часов, и за эти несколько часов проходит их полный цикл жизни. So we want to understand that diseases are there also in every living entity. And the trees, sometimes they have disease among the trees. I was in Radadesh, our community in Belgium. And they have a beautiful forest land there at Radadesh. They own a very nice forest with a lot of trees. But the government came and told them, they said, you know, more than 200 of your trees are diseased and you better cut them down, because if you don't, you'll lose every tree in the forest. So diseases spread, and even among the trees like that, the disease is contagious. И существа так или иначе подвержены болезням. Даже среди деревьев это имеет место быть. Например, в Бельгии есть удивительный храм Рададеш, и он стоит в живописном месте. Там есть рядом лес небольшой, очень красивый, там много деревьев. И в какой-то момент правительство или местные власти, они сказали преданным, что более 200 деревьев в этом лесу у вас, они заражены. И если их не вырубить, то вот эта болезнь распространится по всем остальным деревьям и будет утеряна вся местность. Поэтому даже болезни распространяются даже среди деревьев. We see also a lot of different diseases among the animals. That there was the mad cow disease, and many cows had to be slaughtered because of the mad cow disease. Болезни мы можем наблюдать среди животных. Например, есть такая болезнь, как коровье бешенство, из-за чего приходится резать поголовье скота, когда они болеют этим коровьим бешенством. There was chicken flu, and then there was the pig foot and mouth disease. Также есть птичий грипп, или куриный так называемый грипп. Он распространяется среди птиц. So disease is there in all different species of life. Just as we know, there's hospitals for the humans. They go in the hospital and try to treat the disease. But Prabhupada says, actually, disease can be cured by the grace of the personality of Godhead. Среди людей болезни встречаются, поэтому создаются многочисленные госпитали, больницы. Но Шрила Прабхупада говорит, что избавиться от болезней можно только по милости Верховной Личности Бога. So there are diseases of the body and diseases of the mind, and they can be cured by the grace of Krishna.
не только от болезни тела, но и от болезни ума можно спастись по милости Кришны. But the more important disease is that disease by which we are taking birth and dying again and again. And that disease can also be cured by the grace of Lord Shri Krishna, the personality of Godhead. Но наиболее важная или главная болезнь, какая может случиться, это болезнь заново рождаться и умирать. И вот от этой болезни необходимо избавляться в первую очередь по милости Господа. So Srila Prabhupada points out that the source to cure that disease of birth and death is the name of the Lord. The holy name of the Lord can stop our diseased condition in the material world. И Шрила Прабхупада говорит, что одно из имен Господа – это тот, кто излечивает от болезни материального существования. So in this purpose, one of the names of the personality of Godhead, or the name for the Lord, is Bhavoshadi, that he can cure the disease of material existence just by the power of his holy name. Такое имя Господа Бавушадхи, что и означает тот, кто избавляет или излечивает от болезни материального существования. То есть это возможно по милости святого имени. So we have to understand what is the real disease. The real disease is this material body. Your body may appear to be strong and healthy. And you may think, oh no, I'm not sick, I'm not diseased. But just the fact that we have a material body, that is a disease. И у человека может быть болезни в теле, он может быть болезненный, а может чувствовать себя здоровым и думать, у меня нет никаких болезней. Но на самом деле уже то, что у человека есть материальное тело, уже указывает на его материальную болезнь. And we can stop that repetition of birth and death. We can stop taking birth in the material world just simply by taking shelter of the Lord's holy name. И мы можем прекратить эту череду повторения рождений и смертей, приняв прибежище в святом имени Господа. So there are so many diseases in the material world. You never avoid all the. Everybody will get some kind of disease, some kind of sickness. Святое имя способно вылечить от любого вида болезней. So to try to make life a little more bearable for people in the material world suffering from disease, the Lord incarnated as Lord Dhanvantari, and he taught medical science, the original teacher of medical science, to save the people or to deliver the people from their suffering due to disease. Ну, чтобы облегчить страдания людей от болезней в этом материальном теле, Верховный Господь приходит как воплощение Данватари, изначальный учитель или изначальный дающий науку, духовно-медицинскую науку, позволяющую избавиться от болезни тела. So this was one of the purposes of the Lord incarnating as Dhanvantari. It says here in the verse that he quickly cures the diseases.
Верховный Господь Данвантари обучает, как быстро преодолеть эти болезни. And he's also given the credit of giving the demigods long lives. И благодаря Господу у полубогов, полубоги обязаны Верховному Господу, в том числе и своей продолжительностью жизни. It's customary to greet, when you give somebody blessings or greetings, you bless them, may you live long, may you have a long life. You know, people, materialistic people, they're happy to get that kind of blessing. So the demigods in the higher planets, they have a long life, they enjoy a long life. But they also have to die one day. Полубоги, имея более высокий уровень материальных наслаждений, имеют очень большую продолжительность жизни на райских планетах, но и они смертны и в какой-то момент умирают. Anyway, that blessing of the long life of the demigods, that's due to the personality of Godhead, that he arranges that they have a long life. It's all going on under his direction. Но то, что полубоги имеют большую продолжительность жизни, на самом деле происходит благодаря Верховному Господу. Это он обеспечит им такую возможность. So then it said he also got a share from the sacrifices. When the different yagyas are performed and the sacrifices are made, the Lord Danvantari will also take a share from these sacrifices. Данвантари также получил свою долю жертвоприношений. So, considering all of these wonderful attributes, Lord Danvantari is glorified. That he is inaugurated, he began the medical science. И за все это, в том числе и за основы медицинских знаний, которые заложил Верховный Господь, ему вечно возносит хвалу. People are always eager to cure their different diseases. We see everywhere the pharmacy shops selling medicines, different medicines, so many different medicines they have for every type of disease. Поскольку люди прикладывают большие усилия, чтобы излечиться от болезней, повсеместно мы видим аптеки, которые полны разных лекарств, и этих лекарств там очень много, на каждую болезнь есть свое лекарство. The Lord Danvantari is so considerate that he gave the medicine to cure people from their diseases. И Данвантари принес людям науку исцеления от болезней. Problem is, you cure one disease, you get another disease. And then you cure that disease, you get another disease. There's no end to disease. There's infinite varieties of diseases. They come one after another. So you can never get actually free of disease so long as you have a material body.
проблема в том, что вслед за исцелением от одной болезни приходит другая болезнь. А исцелив это, мы получаем новую болезнь, потому что до тех пор, пока у нас есть материальное тело, болезни будут присутствовать, их существует огромное разнообразие. The body is the symbol of disease. All of our different diseases are all potentially there within our material body. Guru Maharaj, connection was broken on last sentence. All the different diseases are there in the body. Различные болезни присутствуют в теле. Just waiting for the time to come when these diseases will become active in the body and manifest themselves. Наступает просто какой-то момент времени, в котором болезни начинают заявлять о себе и проявляться в полной мере. But all the different diseases are there, they're just dormant, they're not awakened yet, they may not have become active, but at any moment they can become active. And the living entity can be put into an unfortunate condition. Они находят, болезни находятся в таком дремлющем или таком неактивном состоянии, но в какой-то момент они дают о себе знать, проявляются и ввергают живое существо в несчастное состояние, в очень плачевное состояние. So we want to understand the real problem, the real disease is the material body. It's not the cough or the cold, it's not the cancer or the other things which go wrong with the body, but the real problem is that we have a material body. Но мы хотим понять главную вещь, что источником всех этих болезней и проблем является само присутствие, сам факт материального тела, из которого уже исходят все эти болезни. Srila Jayapataka Swami Maharaj has had a lot of trouble with his material body, and sometimes people will come to him and they will say to him, "Oh, how's your health, Maharaj? How are you doing?" And Maharaj will just look at them with disgust and think, why are you asking me such a mundane problem, such a mundane question? Шрила Джайапатака Махарадж, у которого есть определенные проблемы со здоровьем этого материального тела, когда к нему приходят люди и задают стандартный вопрос, как ваше здоровье, Махарадж, как вы себя чувствуете? Он буквально выражает негодование и говорит, зачем мне задаете этот мирской бессмысленный вопрос? The nature of the body is disease. We cannot avoid it. We have to get free of the material body. That's the real cure, to get out of the material body, not to take another material body. That is healthy. Тело – это олицетворение всех болезней, это источник всех болезней, поэтому пока оно есть, болезни будут. Самая главная задача – это достичь состояния, при котором мы не получим очередного материального тела, и это и будет здоровым состоянием. So on this auspicious day of the disappearance of Srila Prabhupada, we remember how Srila Prabhupada was sick for some time there, before he departed from the world, and how he talked often about the nature of the material body, how it was just simply bones and bag of bones, and it was just meant for death. В этот священный день ухода Шрилы Прабхупады мы вспоминаем о том, как он обучал нас правильному пониманию тому, что это тело является
до того, как он ушел с планеты, он обучал нас. Он учил тому, что это тело является ничем иным, как мешком костей. И оно просто предназначено для того, чтобы причинять беспокойство. So Srila Prabhupada said he gave up mating and defending while he was a young man. And now, and he said, now in my old age, I've given up eating and sleeping. I'm no longer able to eat or sleep. Шрила Прабхупада говорил, что в молодости я смог освободиться от привязанности к защите и к половой жизни, а теперь в старости я лишен возможности сна и еды. Теперь я в таком состоянии здоровья, что не могу ни есть, ни спать. So Srila Prabhupada showed us how to take shelter of the holy name and take shelter of spiritual sound. In the final stages of life, he simply absorbed himself. He just wanted kirtan, and the devotees would go to his room, we would go to his room, and we would sit and do kirtan for him. Usually, just a couple of us at a time. We'd go and sit in Prabhupada's room and we'd chant for him. He liked to hear us chant. И Шрила Прабхупада на последней стадии жизни показывал нам практический пример того, чему он учил нас всю свою жизнь, это искать прибежище в святом имени. Когда он уже был в последние минуты или последний отрезок своей жизни перед уходом, он просил преданных только петь киртан и с наслаждением слушал этот киртан. И пара человек из нас, паре человек из нас посчастливилось быть там и петь для него. Sometimes devotees would go to astrologers and they would ask about Prabhupada's situation. And some astrologer would say, oh, you should get this precious stone, or you should have this kind of ring and put it on this finger. And they would give some kind of, you know, cure like that. They say, this will help your Swamiji, this will help him. But Prabhupada said, all these things are bogus. The real cure is the holy name. Любили обращаться к астрологам или к каким-то лекарям, которые предлагали какой-то там камень одеть на палец или еще что-то, использовать какое-то средство в качестве лечения. Но Шрила Прабхупада говорил, все это богус, это все ложное. Настоящее лечение, настоящее лекарство – это святое имя. Yeah, Prabhupada had complete faith in the holy name. Then stated in Srimad Bhagavatam, Kalir dosha nidhi rajan astihe kod mahatguna kirtana deva krishna shya mukta sangha parambrajat. The age of Kali is an ocean of faults, but there's one good thing, and that is that simply by kirtan, by taking shelter of the holy name Krishna, one can cross over the ocean of material existence and get all perfection. Шрила Прабхупада имел твердую веру в святое имя. И это могущество святого имени описано в самом Шримад Бхагаватам. Там говорится известный текст «Калер Доша Нидхера Джан» от Систека Мада Пуман. Киртанатева Кришна Сяму Ктасанга Парамваджет. В этот век Кали, который является океаном порока, есть единственное благоприятное качество, это или возможность, это святое имя, повторение святого имени. И тот, кто повторяет святое имя, без проблем пересечет океан материального существования и достигнет Кришны. All right, so we'll stop and ask if there's some questions. На этом мы остановимся. Будут ли какие-то вопросы?
Так, Матаджи Хладини, потом будет Маджи Вачачи. Пожалуйста. Хари Кришна. Слышно? Да, пожалуйста, задавайте вопрос. Слышно. А, спасибо. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Все слава Шриле Прабхупаде. Спасибо большое за лекцию. Я вот хотела уточнить такой момент, что вот есть такая история про Шрилу Прабхупаду, как он шел, пел киртан на Радхаятре и потом передает микрофон ученику, чтобы ученик продолжал петь киртан. И ученик задает ему вопрос: Шрила Прабхупада, должен я сейчас петь на вашу мелодию или как мне лучше сейчас петь? Шрила Прабхупада ему ответил: пой сердцем, так как подсказывает тебе сердце, как ты чувствуешь. Я хотела задать вопрос, как мы это наставление можем принять и можем ли мы, ну, как-то сердцем петь, ведь у нас сердце еще не очищено. Вот мог бы Гуру Махарадж эту тему открыть. Спасибо большое. The question from Mataji Hladini. Hare Krishna Guru Maharaj, thank you for class. There is one story about Srila Prabhupada. Once Srila Prabhupada led the kirtan during Radhayatra festival, and he sang in microphone, he led kirtan. Then he stopped, Srila Prabhupada stopped and gave microphone to his disciple and asked him to continue kirtan. Devotee, his disciple, asked Srila Prabhupada, should I continue on your melody? Srila Prabhupada answered, you may sing in from your heart as you feel. And the question, can you elaborate this point? How can we sing kirtan from our heart as we feel, because our heart is not clear now, it's not pure. Well, I had experienced myself when we were chanting for Prabhupada, that one devotee, we were chanting the Maha Mantra, and then this one devotee suddenly started chanting Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya, and Prabhupada immediately stopped him and said, no, just chant the Maha Mantra, just chant Hare Krishna. So that was my personal experience with Prabhupada. He wanted the Maha Mantra. So tunes, there were some tunes Prabhupada liked, some tunes he didn't. Like, he didn't much like the one which Allen Ginsberg sang. Allen Ginsberg had a chant which he did. Prabhupada didn't much like that one. I heard that. У меня был личный опыт, когда я пел для Шрилы Прабхупады как раз киртан в эти последние дни. Мы с одним преданным пели, и этот преданный в какой-то момент запел Говинда Джая Джая, Гупала Джая Джая. Шрила Прабхупада немедленно попросил его остановиться и сказал: просто пой Харе Кришна, просто пой святое имя. Вот такой у меня опыт был личный, как действовал Шрила Прабхупада или как он об этом говорил. Что касается мелодии, некоторые мелодии Шрила Прабхупада любил, они ему нравились. Некоторые мелодии Шрила Прабхупада не одобрял, они ему не нравились. Например, я слышал, как Шрила Прабхупада не одобрял стили пения, как Махамантру пел Аллен Гинзберг. Вас не слышно, Адвитхарма Прабху. So there were some devotees who chanted, whose Prabhupada liked their chanting. I mentioned like Hansa Duda, Prabhupada liked his, and he liked Lokanath Swami's chanting. And there's a devotee also, Bharadraj. He was an artist. He was in the BBT art department. He was a famous artist. He was also a great kirtanier. He was actually of a Russian origin. Bharadraj. So Srila Prabhupada likes their tunes. Yeah, he liked their kirtan. Mm-hmm. Uh-huh. Ну, например, я
Могу еще вспомнить, что Шиле Прабхупаде нравилось стиль, как пел Локонатх Махарадж. А также ему нравилось, как пел Барадрадж Прабху. Это довольно известный художник. Он в свое время был в BBC художником. Барадрадж. Он пел, и Шиле Прабхупаде нравилось. Anyway, Prabhupada chanted, we can hear Prabhupada's chanting, you can chant the same way Prabhupada chanted. Поэтому мы можем петь так по те мелодии, которые пел Шрила Прабхупада. Okay, any other question? Yes, no. Пожалуйста. Вот я хотела уточнить, что есть какие-то мелодии, тоже авторитетные, которые, ну, может быть, тебе как-то подходят, не знаю, по настроению или по еще чему-то. Можем ли мы вот так вот выбирать мелодии, есть, которые вот тебе нравятся или, может быть, подходят, или мы вот можем ли мы петь те мелодии, которые нам нравятся? During the leading kirtan, can we, may we choose the tunes which we like or which are comfortable for our voice? Well, of course, yeah, you should. Да, конечно. Разумеется. Да, Мадхи Хладин, тогда следующий вопрос. Хари Кришна, спрашивать. Да, Мадхи, пожалуйста. А как нам не сердиться, если мы болеем? Хари Кришна, Дья Гуру Махарадж, Дья Девочис, Please accept my humble obeisances, Гурушу Шрила Прабхупада. Гуру Махарадж, how can we not to be angry if we are, if we get sick? Because disease sometimes disturbs very much to our devotional service. Потому что часто болезнь мешает нашему преданному служению. So you get angry? Yes. Yes, I'm angry, Guru Maharaj. If I'm not good, if I'm not well. So what's your question? Yes, how not to be angry? What should be our mood? Well, we should think that actually I'm such a rascal, I deserve to suffer much more, but Krishna's just giving me a little suffering. And we should be grateful to Krishna. Suffering is to help us remember Krishna. And Queen Kunti prayed to Krishna, let me suffer more, because I can take more shelter of Krishna. So when you're suffering, when you're sick, you should think, I deserve to suffer much more, but Krishna's just giving me a little suffering. Поэтому, когда мы чувствуем недомогание или мы болеем, мы должны находиться в настроении, что это Кришна посылает нам еще малые страдания. Next question, Guru Maharaj. Yeah. Маджи Карпура Манджари, вы потом Маджи Браджарани. Хари Кришна, поклоны примите, пожалуйста, ваши святейшие, дорогие преданные. Спасибо большое за лекцию. Хотела спросить, недавно была лекция, и мы слышали, что на Дивали можно поклоняться Лакшми,
чтобы улучшить свое материальное состояние, что это авторитетный метод. А что Шрила Прабхупада говорил по этому поводу? Хотела узнать. Спасибо большое. Понятно? Если не хотите, непонятно, чья лекция. Если вы не хотите говорить имя, то можете просто обозначить. А Прамьятма Прабу говорил. Я понял. Хорошо. Как раз этот день был Дивали. Hare Krishna, Your Holiness, thank you for your class. This is a question from Madhya Karpura Manjari. Hare Krishna, Your Holiness, thank you for your class. My question is about Diwali. One Russian preacher on his class said that we devotees may worship to Lakshmi for improving our material or financial condition. Is it authentic method? What can we... Can you say what Srila Prabhupada said on this point? Well, Prabhupada said Lakshmi is chanchal. She is restless. She may come to you, but she can also go very quickly. Prabhupada говорил, что природа Лакшми чанчала, она не постоянна, она может прийти и уйти. But she's very faithful to her Lord. She's very faithful to Lord Krishna. So if you worship Krishna, you can get the blessings of Lakshmi. Но она очень верна, как жена Верховному Господу. Поэтому, если вы поклоняетесь Кришне, вы получите благословение Лакшми. Not only Lakshmi. If you worship Lord Krishna, you get the blessings of all the demigods. But if you worship Lakshmi, you just get her blessings. You may have so many other problems. So if you worship Krishna, then you satisfy all the demigods. Но если мы поклоняемся Кришне, то мы получаем благословение не только Лакшми, а благословение всех полубогов. Потому что получить благословение Лакшми – это одно, у нас могут возникнуть какие-то другие проблемы. Но когда мы поклоняемся Кришне, мы получаем поддержку благословения всех полубогов. Окей. Okay. Это понятно? Да, спасибо большое. Yes, thank you very much. Следующий вопрос, Мадхи Враджарани, пожалуйста. Следующий вопрос, Мадхи Враджарани, пожалуйста. Да, спасибо. Гуру Махарадж, преданные Всеслава Шрила Прабхупаде, хотела задать вопрос про божеств, поклонение божествам, уточнить, чтобы было уже прямо от Гуру Махараджа. А когда преданные, например, многие преданные ночуют в храме по 3-4 дня, да, они с собой не везут божеств в храм. И говорят, что то, что мы служим в храме, принимают наши домашние божества. Ну а Гуру Махарадж говорит, да, что должен быть тогда второй человек, который поклонялся бы за вас божествам, проводил пуджу. И вот тут авторитетно или нет? Может быть, авторитетно то, что ты в храме и медитируешь на своих божеств, что ты на кухне вот режешь, да, и ты как будто это для своих божеств делаешь. Вот как вот Гуру Махараш это объяснить? Спасибо. The question from Madhya Vajrani. The question regarding worshiping deities. Sometimes devotees who worship deities in the temple stay overnight in the temple during not one night or maybe 2, 3, or 4 days. At the time they stopped worshiping to their home deity, and devotees said that worshiping to the temple deities is equal to worshiping to home deities, so no problem. What do you say about it? Is it true or not? If we, for example, cut vegetables on the kitchen and meditate on our home duties, it's equal. Yeah. Yeah. I think it's okay. Worship the deity in the temple. It's the same as worshiping your deity at home.
Поклонение храмовым божествам приравнивается к поклонениям божествам дома. А вот уточнить можно, если, например, преданный, он же пуджу не проводит в этот день, он только, например, порезал овощи, а нам-то нужно пуджу провести, все вот это предложить. То есть мы должны, когда пуджа проводится божествам в храме, мы должны медитировать, смотреть на эту пуджу, что эта пуджа передается моим божествам. Вот так вот. Спасибо. Речь о каких божествах? То есть я смотрю, как поклоняются храмовским божествам, проводят эти пуджари. Нет, 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 Матша, я не спрошу, о каких божествах идет речь? Божества конкретно какие? Ну там же всем, всем поклоняются, без разницы. Домашние божества какие? А, домашние, ну в основном преданы Гауранитай, Шилограмма Шила. Ну, ну как это Шилограмма в основном Шилограмма Шила? Как ну, раз у нас таки, не в основном преданы Шилограмма Шила. Нет, те преданы, которые так говорят, у них Шилограмма Шилы дома. Вот. Я для этого и спросил. So the second part of question, if we discuss about Shilogram Shila's deities, as we know, we must every day worship puja for them. So if devotees stay in the temple and not offering puja in the temple, but just serve in the kitchen or like this, how can they offer puja for Shilogram? Should they see on the puja to temple deities, or what should they do? Yes, they should think on the temple deities. Temple deities, should they see or involve in puja? They should do the puja for the temple deities. Да, тогда они должны совершать пуджу для храмовых божеств. А просто смотреть не пройдет, да? То есть ты стоишь и созерцаешь, как пуджари проводит пуджу Шилограмме, Гауранитай, и ты медитируешь, что это ты тоже проводишь своим. То есть вот так вот пойдет? And what about if devotees just see how offering arati, not involved in arati, but just see and meditate how they offer arati to their home deities. What about this method? Well, it's not quite the same. I don't know. You know, you have deities at home. You have to do some puja for them. You cannot just think, watch the arti, watch everything done in the temple. You've got deities at home, you have to do something for them. If you have deities at home, you have to do some puja there, you have to do something for them. Если у вас божества дома, то вы что-то должны делать для божеств дома. Все понятно, Гуру Махарадж, потому что вот много мнений таких, что домашние божества, у них другой стандарт. И вот, то есть вы в храме находитесь, все, и уже автоматически как бы вы типа поклоняетесь божествам. А вы-то говорите другое нам, что ты сам должен служить. Если ты не можешь, то кто-то за тебя все равно должен дома послужить. И вот это мнение, они как-то раздрайв дают, и хотела вот у вас уже конкретно уточнить. Все, спасибо, Гуру Махарадж, большое. Всеслав Шрили Прабхупад. Thank you, Guru Maharaj, so much, because some devotees said that the level of standard to home deities is not like the temple deities, so maybe we not do anything to home deities, but now you clear this point, Hare Krishna. You have to do something at home. You have to dress a deity, you have to bathe the deity. To make some kind of offering, decoration. Вы должны делать что-то хотя бы для домашних божеств, что-то приготовить, омыть или одеть божеств, украсить домашних. Да, все понятно.
Хари Кришна, большое спасибо. Хари Кришна, айти. Следующий вопрос. То Маджи Карпур Маджали и Вашачи. Я не знаю, кто первый. Хари Кришна. Ну, у меня, наверное, тогда, да, вопрос. Пожалуйста. Это хороший признак вообще, признак духовного прогресса, если продолжительность сна сокращается. So, Guru Maharaj, is it the good sign if sleep duration decreases? Is it what? Is it the sleep duration decreases? Is it the good sign on the spiritual progress? I can't understand what you're saying. Guru Maharaj, is it the good sign if the sleep duration decreases? The sleep duration? Yes, decreases, becomes small, shorter and shorter. Yes, that's good. Вопрос Матаджи задала, хороший ли признак, что сон сокращается для духовного прогресса. Гуру Махарадж говорит, да, хорошо. А теперь про Маджари, пожалуйста. А я хотела уточнить, если преданный поклоняется божеству непосредственно на алтаре, то нет необходимости своему божеству поклоняться, но совершать такое же поклонение, так? А если другое служение, надо что-то делать для божества, ну, поклонение обычное, которое совершаем. Так, да, Гуру Махарадж сказал, что для домашних все равно что-то нужно делать. В любом случае. Спасибо большое. Матаджи Карпура Манджари asked, if devotee serve to temple deities personally on the altar, does it mean that it's enough? And I repeat that you say, Guru Maharaj, that for home deities, devotees anyway should do something. Yeah, I mean, you're not going to be in the temple all the time. You've got a home, if you have a home and you have deities at home, sometimes you're going to go home. So when you go home, then you do something for the deities. После ночи, хотя вы проводите время в храме, вы же не все время там живете, поэтому, возвращаясь домой, вы что-то должны делать для домашних божеств. Маджи Вашачи, у вас следующий вопрос? Спасибо большое. Нет, я хотела сказать, что там в чате вопросы есть. Нет. Можно я к чату вернусь все-таки? После... Да я вот после выпуска. Непонятно, что там стало. Если человек принял... Задайте, пожалуйста, вопрос, раз вы уже включили. Извините, пожалуйста, ну, чтобы не уходить от этой темы. Пожалуйста. Если преданный ночует три ночи в храме ночует, и он не может приехать домой послужить, что ему делать? Когда он возвращается служить, или он должен как-то домой смотаться, послужить? Как? Вот или божественно Маджи взять? Гуру Махараджи сказал, что вы не находитесь в храме все время. Когда вы возвращаетесь домой, вы должны что-то сделать для домашних божеств. Когда вы возвращаетесь домой, все же просто. А когда вы не дома 3 дня, то божества спят, лежат, да, никто им там ничего не делает. Нормально? Okay. The question from Atri Khaladini regarding, continue the topic about worshiping deities. So if we stay 3 days in a temple and so our home deities sleep at home, is it right? Well, if you're serving the deities in the temple, then it's okay. Если вы в эти дни служите божествам в храме, все в порядке. The deity, of course, at home doesn't need to sleep all day. You can wake them up, you can look, and then go to the temple. Божества в храме, конечно, не должны спать все время.
You don't need to leave them. You don't need to put them to sleep the whole day. Не нужно, чтобы они спали весь день. Next question. From Vaishnavi Vani. Вопрос от Маджи Вайшнави Вани. Хари Кришна Гуру Махарадж. Сейчас в наше время очень много проблем с умом и также проблем с телом. Могут болезни hindrance, я не знаю, что это за слово. Хари Кришна, препятствие, преграда, помеха. Спасибо большое. А могут болезни стать препятствием для нашего преданного служения? Хари Кришна, Гуру Махарадж. Nowadays there is a lot of mind problems and also bodily problems. Can diseases can be hindrance to our devotional service? Can be what? Can diseases can be hindrance to our devotional service? Yes, they can be. We have to overcome these things. We have to become transcendental. We have to become indifferent to the bodily pains and diseases and go on in our devotional service. Yeah, it can be an obstacle, but we can overcome that obstacle by taking shelter of the holy name. Да, конечно, болезни могут быть препятствием, и они на самом деле становятся препятствием, и нам приходится их преодолевать, и мы преодолеваем их, принимая прибежище в святом имени. Есть еще вопрос от Татвавита Прабу. Next question, Guru Maharaj. Okay. Пожалуйста, Татвавита Прабу, задавайте ваш вопрос. Пожалуйста, Татвавита Прабу, включите микрофон и задавайте ваш вопрос. Okay, if it's taking too long. Yes, Guru Maharaj. На этом нужно остановиться. Thank you, Guru Maharaj. Find the time in that day to associate with us. Okay, yeah, I have to stop, I have to go. Yes, please, thank you so much. Our obeisances. Okay, thank you. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. Jai. Бхакти Винаянах Нарати Марат Чай. Спасибо всем Вайшнавы. Гуру Махараджа на жизнь. Али Кришна Бедан. Спасибо всем. Али Кришна. Али Кришна.